Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать вам закупку продуктов из магазина Лента. На самом деле она у меня очень-очень маленькая закупка получилась. Вот, ну, заказала на самом деле ради наполнителя в основном. Ну и там, как обычно, знаете, понеслось. Это как заходишь за хлебом, булочкой и выходишь с двумя пакетами, как всегда. Вот, так что давайте покажу. Но остальные продукты я сейчас езжу, забираю детей из школы, садика, поэтому где-то захожу в Пятерочку, где-то в Дикси, где-то, ну, в общем, везде Реал, везде, в общем, я сейчас хожу. Поэтому закупка у меня будет небольшая. Чек, как всегда, в конце видео. Сумма чека, она идет в начале, а потом уже идет список продуктов, так что, ну, там сумма совсем небольшая. Вот такой вот у меня совсем маленький заказик, совсем малюсенький. Я заказала ради вот этого, девочки. Пипи Бенд, вот этот вот 12 литров, 300 с чем-то рублей, дешевле, чем где-либо. Вот, но я еще взяла и вот такой, так как я очень часто меняю. У меня трое котов, точнее, двое котов и одна кошка, поэтому я очень часто меняю лотки, ну, чищу лотки, скажем так. Поэтому мне вот это вот на запасы мои будет супер. Вот, 300 с чем-то рублей, да, он стоил. Ну, и попутно уже заказала. Вот это попутно все, девочки, чтобы уже не ходить. Значит, заказала вот такие салфетки. Все время, кстати, их в Ленте беру, они мне нравятся. Ватные диски, две упаковки себе уже в запасы. Также заказала кусочек вот такой карбонат свининки. Я его хочу пожарить сегодня. Вот, пожарю. Да, может быть, на костре, может быть, так, на сковородочке посмотрим. Также заказала вот такой сыр в нарезке. Кстати, он очень вкусный, вот этой марки. И увидела, там были по акции вот эти сосиски-сливушки, да, вязанка вот эти. Они очень вкусные вот эти сосиски. Я, опять же, уже много раз говорила, я беру большую упаковку. Часть я замораживаю потом на ту же пиццу, солянку, я не знаю, тушеную капусту с сосисочками, на все что угодно. А часть, ну, едим. Яичницу, например, у меня муж жарит. Также взяла вот такую маленькую вязанку. Молочную, может быть, окрошечку сделаю. Вот. Посмотрим. Правда, редиску я не купила, поэтому, может быть, и не сделаю. Но, скорее всего, сделаю. Так, дальше. Огурчики вот такие вот. Кстати, очень хорошие огурчики. Там даже с цветочками. Помидорки немножко. Ну, как раз, если окрошку буду делать, как раз огурчики. Помидорки. Вот такие, кстати, очень хорошие помидорчики. Мне понравились. Ну, так, даже пахнут помидорчиками. Здесь также у меня зелень. Вот такая упаковка зелени. Я ее, знаете, как храню? Я беру бумажное полотенце, точнее, намываю зелень, потом беру бумажное полотенце, заматываю вот так вот, у меня получается влажное, в пакет и в холодильник. И очень долго у меня зелень остается свежей и хорошо хранится. Еще взяла вот эту вот капусту китайскую, пекинскую. Пекинская или китайская? Китайско-пекинская. Вот. И здесь еще фрукты. Значит, киви. У меня старший сын очень любит киви. Немножечко мандарин. Потому что сейчас мандарины уже, кстати, не очень вкусные. Вот они зимой сладенькие вкусные, а сейчас они такие кисленькие. Ну, взяла немножко. Яблочки такие галла неплохие. И здесь у меня еще тоже до кучи уже добросила, чтобы не идти в магазин. Хлеб дарницкий, два батона Оладушкин. Кстати, Оладушкин марка мне очень нравится, очень вкусно. Сметанку. Квас у меня есть, я в Метро заказывала, да, я имею в виду к крошке, вот сметанку 20%, кетчуп тоже к мяску, и еще добавила две кукурузы, у меня что-то прошлая кукуруза с Метро, младший сынок ее что-то, прямо ему понравилось, решила вот такую ему еще заказать. Она ее просто жует. Так что вот такой вот совсем малюсенький заказ. Но вы совершенно правы, мне там писали, что нужно смотреть и в том, и в том, и в том магазине, и там, где по акциям, там, где по скидкам, и заказывать, и делать небольшие заказики. И я с вами абсолютно согласна. Я, наверное, также буду пользоваться. Потому что, конечно же, я езжу на машине, но все равно ты все это тащишь до машины, с машины до дома. Так, что-то заказал, что-то съездил сам, купил. И в итоге где-то даже сэкономил. Вот. Давайте покажу вам чек.
Mm-hmm.